Кот! И куры есть! Ты чё, офигел? Ух, ё! Да это не куры! Это лошади какие-то! Илья Печхадзе в КВН уже не первый год. Команда гимназистов «Перспектива» успела поучаствовать во всероссийских конкурсах и засветиться в играх на федеральном канале. Илья говорит, для него КВН – это общение, позитив и новые друзья. Много проектов, поездки постоянные. Это драйв, это кураж. Все поездки не проходят за даром. Настроение, вы все вместе, командный дух. Это дорогого стоит. Ребята признаются, выступать на дне рождения города и поздравлять самарцев с этим праздником – миссия особо почетная. Днем рождения, Самара! Школьники выступали в марафоне КВН наряду со взрослыми участниками. День рождения нашего любимого города, любимой Самары. И КВНщики несказанно рады выступать на большой площади перед большим количеством людей. Вот. Естественно, они собрали самые лучшие шутки. Это у нас здесь и юниоры, и студенты, и трудовая молодежь. Все супер, все классно. Много участвовали в разных викторинах, посмотрели КВН. Очень клево. Поздравляем Самару с 434-м годом рождения. Желаем только удачи и классного настроения всем. Настроение отличное. Благодарны нашим руководителям, нашему городу за такое прекрасное мероприятие, за такую встречу, за такие хорошие праздники. Молодцы! Настоящим подарком, который самарцы ждали весь вечер, стал концерт легендарного коллектива «Виа Синяя Птица». Зрители заполнили весь склон на площади Славы, чтобы послушать любимые хиты. В заключение вечера самарцев поздравили с праздником губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. День города мы отмечаем уже по традиции не один день. Целая череда праздничных событий наполнила столицу нашего региона. Нам приехали гости из разных стран, из разных городов нашей великой страны, чтобы поздравить с Днем города, чтобы поблагодарить самарцев за их жизнерадостность, за этот красивый город, чтобы подарить свое искусство и порадовать вас своими произведениями музыкальными и живописными. Знаете, наш город замечательно красив, и он, конечно же, богат. Богат энергичными, талантливыми, трудоспособными, заботливыми и любящими людьми. А это значит, что у нашего города великое будущее. Я хочу пожелать вам, чтобы каждый ваш день был наполнен счастьем и радостью. Если будете счастливы вы, то и город будет счастлив и будет стремительно развиваться. Спасибо вам за все. Спасибо за ваши улыбки, за ваш труд. За ваши неравнодушные сердца, счастья, здоровья, с днем рождения города! Финальным аккордом этого праздничного вечера стал фейерверк с баржи. Мария Левина, Григорий Плешаков, «События».